Май встречает певчих птиц. Сады цветут, леса и поля одеваются зеленью. Ведь не зря май называют травнем. Мы соскучились по солнцу, но если май дождливый, год хлебным будет, говорит народная мудрость. Май – это еще и немного мистическое время, когда к людям приходит красота, любовь, надежда. Цветные пятницы на прогулке по вечернему саду с могилевской актрисой Анжеликой Борчан. От велика и до мала, и напрасно ищешь ты отыскать ее начало. Что такое день или век перед тем, что бесконечно? Хоть не вечен человек, то, что вечно, человечно. Учите красоте друг друга, и вам откроется любовь. Пусть станет вашей заслугой ее светящаяся новь. Живите так, чтобы зазвучала она из сердца, сутью стала. Чтобы ваша жизнь себя саму впредь от любви не отделяла. Чтобы ваша жизнь себя саму впредь от любви не отделяла. Весна – это красивое время, время надежд. Я надеюсь на добрые перемены. И на то, что всех нас будет окружать любовь и добро.